Строительство ветроэлектростанции в Кокшетау началось в 2018 году. Из 12 построенных вышек 10 генерируют энергию, 2 запасные. Общая стоимость проекта – 3,5 миллиарда тенге. Мощности хватает на освещение 3000 домов. Однако энергия не передается напрямую, а подключается к единой распределительной сети. Башни вращаются со скоростью ветра 2 метра в секунду. Сами автоматизируются и работают. При достижении максимум 20 метров в секунду самостоятельно останавливаются. В области из реализованных проектов по развитию альтернативных источников энергии 7 – это ветровые электростанции. В этом направлении в лидерах Ерементауский район. В следующем году в районе будет построена крупнейшая в области ветровая электростанция. Совместно с местными исполнительными органами создаются рабочие группы. В них включаются квалифицированные специалисты по земельным вопросам. В Акмолинской области в ближайшие 2 года будут реализованы еще 4 проекта в сфере ветроэнергетики. 2 из них в Ерементауском районе, по 1 в Аршалынском и Зерендинском районах. Уже в следующем году ожидается запуск 3 новых станций. Общая мощность 244 мегаватт. Объем привлекаемых инвестиций 121 миллиард тенге. Айгерим Бигенова, Ермек Елиберген, Данияр Жумагулов. Общий аппарат.